ней приняли участие студенты строительных направлений и специальностей, которые изучают теоретическую и прикладную механику, а также сопромат. Это одни из самых сложных предметов, которые осваивают будущие архитекторы, дизайнеры и строители в университете. Инициаторы Олимпиады – крупные строительные предприятия региона, которые сотрудничают с вузом и, по сути, готовят себе новые кадры из числа выпускников университета. Олимпиада была посвящена одному из преподавателей, который всю свою жизнь отработал в техническом университете именно на специальностях строительного профиля. Рассказывал ему увлеченно, очень интересно, такой сложный предмет, как теоретическая механика и смежные дисциплины. И навсегда заложил вот это зерно важного и нужного знания в сегодняшних руководителей строительных организаций. Традиционно жюри определит 4 финалистов Олимпиады. Они станут обладателями дипломов, а также в течение семестра будут получать именную стипендию размером 10 000 рублей.